Ребята, всем привет! В этом видео я хочу показать, как можно бесплатно в режиме онлайн самостоятельно проверить информацию о залоге автомобиля. Данная информация будет полезна при покупке нового автомобиля, особенно с рук. Обязательно нужно проверить документы данной машины, то есть не находится ли она в залоге, нет ли у нее ограничений. Сейчас есть множество сервисов, которые предлагают сделать это за деньги. Однако на самом деле все это можно сделать полностью бесплатно. Буквально в один клик. В принципе, эти же сервисы, они бесплатно эту информацию точно так же получают. Просто они знают, где это сделать, а многие автолюбители нет. Чтобы проверить информацию о залоге машины, нужно зайти на сайт Федеральной нотариальной палаты. Вот так выглядит эта ссылка. Заходим сюда. И выбираем по информации о предмете залога. То есть вот у нас тут транспортные средства. Нам нужно ввести только ВИН-номер для проверки. Вот я ввожу ВИН-номер своего автомобиля. Эту галочку ставим, что осуществить поиск о предмете залога во всех уведомлениях, включая уведомления об изменении или исключении сведений о залоге. Так, нажимаем «Найти». По данному запросу результатов не найдено. То есть мой автомобиль не находится в базе данных залога. Ну, это понятно, я это и так знаю, я единственный владелец его. Было бы странно, если бы он был в залоге где-то. Здесь, конечно, указывается, что информация здесь носит некий справочный характер, то есть она не является стопроцентной гарантией того, что машина не в залоге. Но, тем не менее, я таким образом несколько машин проверял, специально ввел данные по одной машине, которую я точно знаю, что она в залоге, и информацию здесь по ней показала. Поэтому можете все это самостоятельно использовать при выборе, при покупке новой машины. Лишним, я думаю, это точно не будет. Все, надеюсь, вам видео было полезным. Всем пока!